17 августа в 5 часов утра в частном жилом доме Волковысского района Гродненской области сработал автономный пожарный извещатель, тем самым разбудив и оповестив многодетную семью о возгорании. Благодаря API никто не пострадал. Так давайте познакомимся поближе сегодня с этим устройством. Знаете ли вы, что такое API? Нет. Нет. Автономный пожарный извещатель? Интересно. Но я же не пожарный. Пожарная инспекция, нет? Инспекция. А что такое? Пожарная там сигнализация. Пожарный извещатель? Да. Дома устанавливается, чтобы если там пожар, дым, он тогда свистит, там гудит. А какие сигналы издает вот этот... это устройство. Знаете, у нас такой ужасная сирена. Где его видели в последний раз? На работе. На работе, а дома есть? Нет. А чего? Не знаю. Нужен ли он дома, как вы думаете? Ну, вообще, наверное, да. Везде, дома. Дома есть у вас? Да, ну, есть дома. Серьезно? Рабочий? Да. А откуда вы знаете, что он рабочий? Есть, вроде бы. Честно, я не помню. Я не помню, есть ли в квартире извещатель. А вы в квартире бываете? Увы. Так, не понял, а почему? А у нас в России как-то так вот не особо это принято устанавливать такие, серьезно, у да. Нас, кстати, у нас только на учреждениях. Много... У вас дома установлены вот такие да, вот в квартире? Да, дома. Ну, просто по-хорошему завидую Беларуси. У вас есть такое в квартире? Нет. Нету? У меня его и нету, потому что он мне не нужен вообще-то. А почему вы так уверены, что он вам не нужен? А я не пью, не курю, и мне... Нужен ли вообще извещатель да. в квартирах или нет? И почему? Ну, чтобы в случае возникновения пожара, если дома никого нет, то чтобы, ну, пожарные успели приехать. Ну, а пожарные как, услышат, что ли, извещатель этот? Сигнал, наверное, передается. Как узнать, рабочий он или не рабочий? Вот у вас а вот это... А вдруг он не рабочий у вас? А честно, командир, я тебе могу сказать, что не знаю. Вот этого я не знаю. Лампочка, наверное, не будет гореть. Ну, она, если честно, горит. А. Не знаю. А, если кран на язык. Ну, у меня, наверное, нет батарейки, потому что я несколько лет и не меняю, но оно по-прежнему там что-то функционирует. Ага. Ну, там просто в нем есть давайте батарейка, если батарейка. Ее вытащить, можно тут просто висеть, чтобы просто не мешать. Ну, мы жили некоторое время в общежитии, и мы знаем, что с ним делать. Будете устанавливать у себя дома извещатель? Нет. А вы? Не, не буду. Знаете ли вы, что такое автономный пожарный извещатель? Честно говоря, нет. Может быть, я по-русски не распознаю этого термина. Давайте, а если по-русски. Давайте вот посмотрим. А, такой, да, конечно. У нас во всяком, в каждом доме такой должен стоять. Это обязательное условие. Обязательно, да. У вас есть такой? Да, 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 обязательно. Мы без этого нам никак нельзя жить в доме. Скажите, а для чего он нужен, предназначенный? Когда просто происходит, оповещает тебя о пожаре, когда дымок начинает исходить откуда-нибудь, скажем, из кухни, да, вот, и он ловит этот детектор, fire detector называется у нас. Smoke detector. Smoke detector, okay, all right, smoke detector, that's fine. вот, и просто он тогда начинает пищать так громко, боже мой, там и соседи встанут. А как пищит, можете воспроизвести? Да. Давайте проверим сейчас, как он будет пищать. Интересно, да? Да, вот так, да, да, да. Как-то так пищит. В режиме экстренном еще даже громче пищит. Да, да, да. Так громко, так громко. Ой, очень громко. Аж мозги просто подпрыгивают. Правда. Очень громко. Его нужно устанавливать на потолке или на стене. И это обязательно должно быть один на каждый этаж, по крайней мере. Откуда у вас такие знания, скажите? Вот вы прям так четко говорите, и на потолке, и на стене можно, и потому что, это у нас двухэтажный дом, и у нас такой один висит прямо возле кухни и на потолке, и на втором этаже у нас висит на стене. И это обязательное условие, без которого... В доме в Калифорнии, во всяком случае, дом не может, ну, как бы, существовать фактически.
Как оказалось, практически все знают, что такое автономный пожарный извещатель и как он работает, но, к сожалению, не у каждого он есть в доме. А ведь извещатель может спасти жизнь в случае пожара. Помните о своей безопасности, установите автономный пожарный извещатель и спите спокойно.